За прошедшую ночь с городских улиц вывезли 63 самосвала снега. Комплексы по погрузке и вывозу снега работали на улицах Железной дивизии, Ленина, Спасской, Кузнецова и на проспекте Нариманова. Днем 29 ноября снег вывозят с путепроводов Московского шоссе, улицы Рябикова, Урицкого и Инзенской, а также с проспектов Ленинского комсомола и генерала Тюленева. Диспетчеры спасательных служб Ульяновска стали вторыми в России. Приказ о награждении дипломом министра МЧС России накануне подписал Владимир Пучков. По результатам смотра конкурса «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» наши земляки уступили только коллегам из Ставрополя. В преддверии декады инвалидов предприниматели Ульяновска, специализирующиеся на оказании бытовых услуг, предоставляют людям с ограниченными возможностями здоровья скидки на обслуживание. Размер скидки составляет от 5 до 50%. Полный перечень организаций можно уточнить на официальном сайте городской администрации.